Снова добрый вечер. Я вам расскажу про способ передвижения, приезжая сюда, без которого, в принципе, тут делать нечего. Или выкидывать очень много денег на такси, которое вас постоянно будет, ну, скажем так, разводить на хорошие суммы. Вот смотрите, что сделали мы. И делают так практически все, кто знает про этот способ. Байк Honda у нас. Наша рабочая лошадка, мы на ней завтра уже будет 8-й день, как катаемся. Мопед можно найти на любой улице Пхукета, их дают здесь в аренду везде практически. Только не бойтесь ходить поискать, потому что в одном месте вам скажут 500, в другом 300 и плюс торговля. Опять же, торговля, торгуйтесь. Понравился байк, вот у нас такой вот не сильно мощный, на 2 человека. Прекрасно, серпантины он делает без проблем. 2 человека тянет. Такой байк нам обошелся 8 дней, мы заплатили 1600 бат. Ну и плюс нам, как бы, опять же таки мы сказали, слушайте, 8 дней, длинный срок. Давайте какую-то скидку немножко. Вот. И нам скосили на каждом дне по 200, по 20 бат. То есть еще получилась скидка, посчитаем, 8, 2, 160 бат на топливо. Это, скажем, можно 3 раза заправиться здесь. Вот тут в него уходит 2 литра бензина максимум. Какой песик прибежал ко мне. Когда берете байк, нужно оставить или хорошую сумму за него в залог денег, а не у каждого есть возможность, или придется положить свой загранпаспорт. Вот, байк желательно сфотографировать. Вот. Где на нем какие царапины туда-сюда, чтобы вас потом не сказали, что типа вот вы его поцарапали или побили. Байк желательно оставлять, конечно, на стоянке. Байк ставим постоянно вот в таком вот режиме, то есть блокируем руль на ночь или даже если идете в магазин, и не забывайте ключ вытягивать замка зажигания. Вот такой вот красавчик, хороший аппарат, рекомендую такой способ передвижения, потому что вы сэкономите себе и время, и деньги. Вот. Здесь, правда, левостороннее движение. И кто боится, у кого трясутся руки, не советую. Потому что нужно смотреть тут 4 глаза. Тут как муравьи на дороге. Машины, мопеды. Кто-то может выбежать, выскочить. И еще покажу вам. Вот такой дают чек. Тут вот стоит сумма. Если какие-то будут проблемы с мотобайком, ну, я не знаю, украдут его. 26 тысяч бат придется уплатить за него. Вот, паспорт мы за него в залог оставляли, но не деньги. Таких денег у нас на руках не было. Плюс бензин вот указан. Вам дают мотобайки, полный бак бензина, и вы должны сдать этот мотобайк с таким же полным баком бензина. Все, ну, пока, до следующего выпуска.